Всем привет, друзья! С вами как всегда Рубзи, и добро пожаловать в Brawl Stars! Это ваша любимая рубрика, в которой я дарю своему подписчику 1000 гемов! Правильно! Это битва карт за 1000 гемов, и прямо сейчас в этом видео участвуют 5 карт от моих подписчиков. На этих картах мы играем с ребятами в прятки, и тот создатель, чья карта будет самая крутая, лично от меня получает 1000 гемов совершенно бесплатно. Но, друзья, карту выбираете именно вы. Поэтому, ребят, если вам понравилась какая-то карта, пишите в комментарии, какая именно. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайкосик, подпишитесь, если вдруг не подписаны, и самое главное, не поленитесь, зайдите в магазин и поддержите меня. Введите самый лучший код автора Робзи. Ввели, а теперь погнали. Итак, друзья, первая карта на сегодня называется Ая Тоби, создатель Пози Бро. И если я правильно понял, то этот персонаж из вселенной Наруто. Просто хочу узнать. Открываю. Это реально он! Это офигенный персонаж, друзья. У него есть имя Тоби. Есть еще второе, друзья. Если вы его знаете, напишите в комментарии, что это за персонаж. Ребята, это офигенно сделанная карта. Я не знаю насчет 10 из 10, потому что впереди сегодня еще 4 мега крутые карты. Но, ребята, это сделано круто. Вот как будет играться здесь прятки, я пока не знаю. И я думаю, что именно к этому персонажу почему-то у меня прям намечается Эдгар. Я хочу сыграть за него. Погнали. Первый раунд. Карта Тоби от подписчика. И это просто жесть. Смотрите, у меня Эдгар. Я пошел фармить ящики. И я пацанам не завидую, серьезно. Здесь огромное количество ящиков. Чувак постарался, создатель карты, и сделал просто огромное количество ящиков. Я все забирать не буду. Я оставлю здесь пару ящиков. Возьму себе 12 баночек. Даже с 12 банками им мало не покажется, потому что я смогу найти всех и везде. Ну что, пошли искать, кто здесь у нас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По-любому здесь кто-то сидит, смотри, смотри, смотри. А-а-а, здесь никого не было? Ребята, здесь завитушки, здесь все закручено. А желтый телепорт, куда ведет желтый телепорт? О, я вижу, о, привет. Ха-ха, ты гадина! Это был офигеть, так, куда все они ушли? Подожди, синий телепорт. Давай мы его активируем, подожди. Хоп, заходим, привет. Здесь я кого-то видел, здесь я, о, привет. Не-не-не-не-не-не-не, дружище, дружище, стой, 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 стой! Улетел, смотри, сломали заборы, побежали, побежали, побежали. Давай, 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 они друг друга мутузят. У меня ульта почти зарядилась, я сейчас найду. Я найду, о, тихо, 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 привет. Так, подожди, где, где? Он где-то здесь, он где-то здесь. Нет, 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 прыжок, прыжок, полетел. Сломал забор, друзья, сломал забор, блин, зеленый телепорт. Капец, я до сих пор никого не поймал, они набрали себе или прибычей? Так, хорошо, ой-ой-ой-ой, это было минус 2, это было минус... Смотри, Басика перебросили. Так, лечу, лечу за пацанами, бросают меня снова. Где-то здесь он спрятался. Смотри, 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 опа, его... Его снова выбросили, и снова выбросили. Здесь где-то сидит Эль Прима, смотри, о, тюлень. Тихо, 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 давай, давай, давай. Ах ты гадина, у меня есть еще. У меня есть еще один заряд, смотри, пытаются набить тебе ульту. Так, этот улетает, и этот улетает. Телепорт, телепорт, он пошел вниз. Он далеко не ушел, он 100% далеко не ушел. Он где-то здесь. Ага, ага. Минус еще один, остается 5 человек. Давай, я вас сейчас найду. Я вас реально сейчас найду. Вот здесь, смотри, смотри. Оп-оп-оп-оп. Да ладно, никого. А вот здесь. Оп-оп-оп-оп. О, смотри, Данилка, привет. Данил, ой. Выбросил, выбросил, выбросил. Я понял, подожди, телепорт. Нет, 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 нет. Я не хочу умирать. Я выжил, фух, я выжил, я смог. Так, зеленый телепорт не заходим. Телепорты, в принципе, не заходим. Здесь кто-то есть. О, пацаны полетели. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой, минус один, минус два сразу. Там просто намесил. Ой-ой-ой, давай, давай, прыжочек, прыжочек убиваем. Так, кто остается? Порчик. И остается Сарикс. Кто победил? Победил Сарикс. Ну, как говорится, поздравляшки, поздравлямбочки, ребят. Первый победитель у нас есть. Но не карты, просто игры. Итак, друзья, вторая карта называется Титан. Я пока не знаю, что это за карта, но у меня есть предчувствие, что это какая-то просто пушка. Ребят, открываем и... Это колоссальный! О-хо-хо-хо-хо! Это офигеть! Вы посмотрите, как это сделано! Вы видите? Вот карта, а вот оригинал! Это просто шедевр! Это шедевр!
Я в шоке. Вот реально, это 100 из 10. Это миллион из 10. Блин, я не знаю. Я обожаю аниме «Атаку титанов». Я посмотрел все серии, все сезоны, ребят. Если вы смотрели, просто напишите комментарии. Поставьте лайкусик, если вы смотрели. Если вам нравится, это просто безумие. Если бы я голосовал, то бы эта карта победила уже сейчас. Я бы не смотрел даже следующий, потому что переплюнуть «Атаку титанов» колоссального, это просто невероятно, ребят. Я даже не знаю, за кого я буду играть. Кто похож на колоссального, кто огромный, кто у нас с огнем. Подожди, это Эль Прима, ребята, это реально, я буду сейчас играть за Эль Прима. У него есть пассивка на огонь, во-первых. Во-вторых, он в принципе огромный. Берем себе пассивку на огонь, и получается вот такая штука, ребята. Берем себе еще метеорит. Офигеть, ребята, просто колоссальный Эль Прима на карте колоссального титана. У меня просто нет слов, одни эмоции, ребят. Это просто нечто. Ну, выбирать все равно вам. Пишите в комментариях, какая карта будет самая мега крутая. Посмотрим, посмотрим, насколько круто можно будет играть в прятки на колоссальном титане. Есть ящики. Я взял Эль Прима. Ребята, будет против меня очень сложно. Правда, у меня нет скорости бега, но у меня, ребята, есть метеорит, которым я могу разломать стены. Я не буду никого перебрасывать, понимаете? Я реально как титан сейчас буду просто ломать пацанов. Просто ломать на изи. Так, 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 давайте найдем. Кого-то нужно найти. Смотри, о, блин, как же круто, вы понимаете? На карте сделаны тени, на карте сделано все. Вот эти из черепков очень круто. Так, смотри, пошли, 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 пошли. Обходим. Так, а что, я никого не нашел пока что? А где все ребята? А, о, привет. Так, давай, 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 давай. Оп, привет, ну что? Смотри просто. На тебе метеоритом. Смотри, тюлень здесь. Привет, тюленчик, давай, давай. Давай, давай. Ай, блин, я не разнес. Я хотел разнести. Давай, давай. Давай. Во, вот теперь хорошо. Вот теперь, пацаны, разбегайтесь. А вот теперь вам ГГшечки. Ага, ага, смотри, заманили меня. У меня больше нет метеоритов. Ну ладно, ладно. Я набью сейчас ульту. Я поймаю. Я вас реально поймаю. Вам сейчас будет ГГ. Посид, он сидит там. Че он забыл? А как мне теперь их поймать, ребят? А мне как нереально их поймать? У меня же нет теперь метеоритов. Зачем? О, 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 о. Хорошо. Блин, он не сломал стену. Я думал, что он сломает сейчас стену. Так, 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 так. О, смотри, Барсик меня выбросил. Ульту разжимает. Сломал! Ха-ха! Сломал все-таки! Мало хп, мало хп. Так, так, давай, давай, давай. Ох ты ж гад! Он меня выбросил! Ха-ха! Эль Прима на Эль Прима! Хватит меня делать хатьфу! Смотри, 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 что мы делаем. Так, так, так. О! Подставил пацанчика. Так, пацаны, привет. Я к вам в гости. Кукушечки. Ку-ку. Так, этих почти убили. Так, давай, 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 полетели. Полетели. Эль Прима. Давай, 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 ребят. Давай, 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 давай. Так, тихо, тихо. Джампер используют. Я иду за этими. Я иду, перепрыгивают тихо. Давай, давай, давай. Здесь, здесь, здесь. Здесь кто-то есть. Опять улетели. Что происходит на этой карте? Посидел 1000 хп. У этих нет, смотри. У этих нет нифига. Пытался выбросить. Не получил. Ага, ага, конечно. Ты чё? Ты на мне ульту набил? А ну стоять, бояться. Стоять, 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 так, хорошо. Давай. Бам! Ха-ха, снес, пацана. Тихо, ага, минус еще один. Так, Командор Фокс остается. Хочешь меня перебросить? Не, другалечек, не получится. Смотри, лечу просто. Бум! Тебе ГГ, тебе ГГ. Так, мистика нужна. Мистика. Я его не таргетил, просто я хотел убить его. Он не выиграет в этой карте, божеш тоже. Делаю прыжок, Барсик улетает. Кто выиграет? Кто из них выиграет? Смотрим. И Сайрекс побеждает. Что? Ну, ребят, это просто нечто. Вы еще раз посмотрите. Вы посмотрите, это тени. Вот это из черепкова сделано. Просто прекраснейшая карта, ребят. Возможно, это лучшая карта, которую я когда-либо видел. Возможно, я предвзят, потому что я обожаю это аниме. Кто любит тоже аниме, так как на лайкусики. Погнали дальше. Карта номер 3. Создатель Посейдон. Карта называется Рик. Это может быть либо Рика в Бравл Старсе, либо Рик и Морти. Смотрим и... Да, ребят. Это Рик из Селена Рик и Морти. Я думаю, что вы тоже многие из вас его знаете. И сделан он реально похоже. Белые волосы, прикольные глаза. Он старенький. Прям видно, что он старенький. Он почему-то, кстати, высунул язык. И язык у него зеленый, сделан из кактусов. Он реально похож на себя. И именно, ребята, Байрон почему-то мне напоминает вот этого персонажа. Поехали. Ну что ж, карта Рик хороша. А вот насколько хорошо будет играть прятки, сейчас узнаем. О, привет. Привет! Привет, друга! Умер!
Это была самая быстрая смерть, которую я только видел. Просто такой раз отравил. Блин, а нельзя как-то его здесь? Нельзя никак отравить. Так. Блин, не попал! Я хотел отравить. Мне надо хотя бы... Да блин, куда вы убегаете? Да хватит. О, Сайкса отравил. Ульта почти добралась. Ульта... Да блин, еще одно попадание. Я просто юзаю джампер. Привет, Барсик. Привет. Барсика отравили. Привет. Ага. Этого тоже отравили. Извини. 904. Не умер. Каким-то образом выжил, ребят. Но это все... Это смерть. Просто смерть, как говорится, в полете. У меня, кстати, есть ульта. Кто-то умер вот там, в тумане. О, привет, божешка. Привет. Ага. Ну все. Это ГГ. Да стой. Стой, баночка мне нужна. Зеленый телепорт. Куда? Стой. Мне можно обратно? Так, хилимся. Я чуть не сдох, это было просто пипец. Пацаны, ловите. Минус 2! Просто минус 3! Юху! Почти было минус 3, да, было минус 2, правда. Ну ничего, так, где-то здесь. О, привет. Привет, Барсик. Да хватит меня выбрать. Опять выбросили. Просто выбросили. Остается, кстати, несколько человек. Этого мы отравили. Он умирает в тумане. Бросаем бутыль. Бутылечек бросаем. Сарикс умирает. Кто останется? Погиб. Где? Где победитель? Тюлень выиграл. Кстати, тюлень создатель прошлой карты. Но это было жестко. Ри, кстати, тоже очень крутая карта. Карта номер 4. Называется Копатвич. Но я думаю, что здесь не нужно гадать, кто это будет. Это будет... Это реально Копатвич, вы посмотрите. Вы просто сравните с оригиналом. Ребята, Копатвич в соломенной шляпе. Как же это круто. Я в шоке, реально. Вот эта карта, ну, если не 10 из 10, ну, так 20 из 10. Копатвич просто, смешарики. Это просто, это детство, это счастье, это мультики, это... Ну, это Копатвич. А играть за кого, вы понимаете? Вот просто угадайте. Конечно же, за Ниту. Медведя. Кто он? Какие у нас есть медведи в игре? У нас есть Нита. Золотая Нита. Пускай это будет у нас Нита Копатвич. Поехали. Ребят, оценивайте. Оценивайте карты, какая будет самая-самая-самая крутая. Сегодня тот и получит 1000 гемас. Четвертый раунд, четвертая карта, Копатвич, и я играю на Нити. Ребята, огромное количество ящиков. Сейчас медведь кому-то втащит. Смотри, просто Барсик. Ой. В телепорт. Где мой медведь? Где синий телепорт? Куда пошел Копатвич? Так, здесь Барсик. Куда сейчас полетит Барсик? А, нифига себе он залетел. Ребята, мне нужно, чтобы Копатвич набил как-то урон. А где? О, привет. Привет. Пожиже нашел. Перелетел к пацанам, да? Ну, ребята, вам оттуда нужно будет выходить в любом случае, потому что там где-то бегает Копатвич, и он очень злой. И очень злой. О, привет. Оп. Эй! Копатыч, вам в гости пошел Копатыч. Подожди. Так, застанил. Блин, он успел выбросить. Меня спасите. Копатыч идет бить тебя. Он медведя сюда запросил. Ах вы гады. Спасайте меня. О, выпустили. Все, пошел. Копатыч пошел. Спасибо, ребят. Копатыч пошел. Пошел просто искать жертву. Смотри. Станем. Опа. Блин, стан не сработал. Пошел просто медведь. Так, медведь пошел наваливать. Ой. Жесть. Автоатака. Копатыч как будто всё. Смотри. Оп, застанил. О, божеш выиграл. Накат пропали эти хп. Жестко. Копатыч, конечно, решает все разборки. Друзья, пятый решающий раунд. Пятая карта называется Бенди. И если это реально Бенди, я знаю, за кого я уже буду играть. Ребят, открываем и... Это реально Бенди. Я уже давно не слышал Бенди. Посмотрите, вот этот персонаж. Реально смотрится просто пушечка. Знаете, за кого я буду играть в эти прятки? Конечно же, ребята, вы догадались. За черно-белый скин Биа. Залетаем. И сейчас будет очень-очень жестко. Погнали. Пятая карта. Черно-белый Бенди. Черно-белая Биа. И я сейчас буду искать. Мне кажется, по-любому есть кто-то сверху. Мне кажется, что есть кто-то вот... Смотри, я попал. Это было попадание. Ребят, сейчас будет ваншот. Если я сейчас кого-то найду, если я кого-то поймаю, просто мало не покажется. Синий телепорт. Интересно, он выживет? Так, синий телепорт нормально? Так, подожди, ждем. Он сейчас вернется или не вернется? Давай проверим. Синий телепорт, оп. Синий телепорт. А, блин, на.
просто жесть. Нормально, давай. О, 600, ой, это было больно. Это было больно. Ой, барсик, ой, ой. Так, полетели, полетели. Сломал стену. Привет, барсик. Давай, 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 давай. До свидания, 6400 просто ваншотиком тебе. Так, а он где-то сидит здесь, да? Нет, ушел, ушел. Подожди, у меня обычный удар 2400. Попал, давай, давай. 6700 просто. Ой-о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 й. Ну это ГГ. Это ГГ, это ГГ. 2500. Так, ребят, замедло пошло. Так, давай, давай, давай. А есть такая штука. Ой-ой-ой-ой, кто здесь? Ой, 7300. Ой, 7300. Ой, еще 7300. Знаете, кого я хочу найти? Я хочу найти Посейдон. Здрасте, здрасте, умер. Командер Фокс остается, и он побеждает в пятом раунде. А вот, ребят, кто из ребят, кто из ребят побеждает именно в этом, в этой битве карт, кто заберет 1000 гемов, решайте именно вы. Это будет Бенди, это будет колоссально, это будет Рик или другие ребят. Голосуйте в комментариях. Ну не забывайте тогда ставить лайки. И самое важное, вводите код автора Робзи. Это самое-самое главное. Всем удачи, покедова.